Деньги не надо туда, а то у меня хотя пока здесь маленький сам становится. Кто самый маленький? Коля. Коля. Самый маленький у меня кто? Виктор. Конец. Боже мой, сегодня грешный. Создал меня, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй, благослови. Очень всех на Тебя, Господи, уповает, и дай им пищу во благоволении. Отверзайши Ты щедрую руку Твою, исполняя всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Третий поклон. Ты видишь, где делают другие это? Стоишь столбом. Так, все здесь. У нас времени нет специально собираться. Мы работаем. Аппетит нагоняем. Вот сегодня только замечание. Больше всего замечание Владимира Александровича. Я при всех делаю это замечание, потому что вы при всех делаете нарушения. Дал им тяпки этим приятелям. Вот даже стенки, которые там камень, там бетон прямо есть, и кроме того выровнено, чтобы вода стекала. Но они, естественно, тяпкой все это разрывают, землесклон, который идет дальше, там к рукомойнику-то. Зачем? Не подумал. Забыл. Мне эти слова не нравятся. Так сегодня заучите молитву Пресвятой Преснодеве Марии. Есть такая молитва, забвение, уныние, там, которая... Вот это надо знать. Избави нас. Я забыл, а что это награда какая забыл? Забыл это? Ну, забыл. У нас такой один был. На своем настоять, хохол. Они упрямые такие, эти хохлы. Это я уже знаю их, сколько работал. Все одинаковые. Вот это по, в породу, видимо, заложено, то другое. Все по-своему. Ему поручили, бабка умерла безродная, это дело. Забыл, бабка лежит день второй. Ну где-то можем помедлить, но человека похоронить-то надо. Я пошел на работу, я кочегаром работал. Ну ты хоть в пешку залезь, но похоронить-то надо. Ты же ее не взял на сожжение. Начнешь говорить по-своему, куда бы ни пошел, всегда опоздает. Но дело делает, так сделать, как мне никогда не сделать. Я лишь бы прибить, чтобы медвежье стоял, вот он, на нем пилить можно было, нет, он его будет. Я Никите сказал, смотри, делаешь душевой, такие доски. Как ты ответил, это замечательно или как? Какое слово? Да. Замечательные люди, и замечательный туалет, вроде замечательная все. Ну, я видел дети олигархов, она на пляже, и она не знает, куда жерели. Она вот здесь на трусы сзади навесила целый этот. Ну и где-то вода отрывается, и когда уходят, отлив, то ходят люди, собирают целое сокровище. То есть они не знают, что сделать. И вот сегодня работали, ну хуже Илюши никого нет, он вообще не работает. Вот вообще нет. Нашел корм и жует. Я думаю, как он меня от Казани сожрал там. Мне сказали рот взять. Жует. Зачем живет? И главное, оговаривается. Еще главное, недоволен, недоволен по-взрослому. По-взрослому, просто его ущемили где-то. Одна носит, Вика беременна, берет. Не, да вы не видите, что она берет, одна носит, девчонка. На помощь ей. Я тебе еще говорю, пройдет лет 5-10, ты вот так будешь винтом вокруг нее ходить. Чтобы она на тебя внимание обратила, она на тебя не обратит внимания, знает тебя, что ты лодырь. Мерди, брат. Девочка другая пилит, он рядом. И держать его, и только задница работает. Сеть задница, только прижмется, руками держит, только повернулся, лег на нее. У него руки совершенно лишние. Держать, которую пилит, древесину, то ее можно держать-то, ее не держит. Все вокруг находят работу, девочки вот приехали. Так, ну я вас не представил. Встань-ка сюда. Первое. Рассказывай, сколько тебе лет, как звать? Меня зовут Валерия, мне 10 лет. Так, заходи, Василька. Откуда приехал? Говори. Из Кыргызстана. Меня зовут София. Как? Меня зовут София, мне 8 лет. София, да? Да. 8 лет, понятно, вот здесь. Как мы нас представляют? Ну а ты остальных узнаешь. Мы говорим как. Значит, работал плохо. То есть никак. Только дам ему пилу, бери с этой стороны. Повернулся два раза, гляжу, уже девчонка пилит, уже сбагрил. Они говорят, я плохо пилю. Так, та, не говорится, не надо. Что это такое? Это не я... надо ничего. Я вижу это, знаю.
Если тянет, он не может пилить, он тянет ее, ну, на одном месте, еще подпилить для него это вопрос. Плохо. И это, конечно, в родителях. Искать, не сосед же его таким делает. Кто-то из вас мне писал, Сергеева, там, Чернова, что сын мой не хочет, и он там где-то там на велосипеде хотел. Кто писал это? Вы, наверное? Он не хочет ехать, думает, я, не, ну, недовольство у него будет. Кто-то из этих двоих, чья мать писала? Я не писала. Ты не писал, значит, твое. Все так и сбывается. Ты, значит, маленько видишь. Он диктует условия матери. Я это написал. Когда это было, чтобы ребенка 10-летнего спрашивали, куда? Мы пошли, мне 5 лет, брату 10. Деревня-то какая была, весь табун выгонять, и одни там где-то в степи не уснуть, в поле не запустить где-то, иначе начистят столько, за год не рассчитаешься. Такая ответственность. А отец дома дом строит, жить негде. И трудности все даже пересказать нельзя. Встань прямо. У этого беда ломается, вот вес изломается. Стой, руки по швам. Тебе это сгодится. По крайней мере, в армии поедешь, хоть кому-то портянки будешь стирать. В люди не выбьешься. Вот вернулся Саша, он женился сейчас. Я записал его, как он был. Была дедовщина, не было. То есть это Североморск, там, ну, не во флоте был. Дисциплина налаживается. Спросили израильтян, как у вас дедовщина. То есть дедовщина какая? Раньше 25 лет служили, сегодня полтора года или год. Это уже на второй год это дед. И он сам делать ничего не будет. Стирай портянки, мои трусы. Нет, они его забивают, подвешивают, и он сам задавился. Это еще нельзя сделать. Спросили в Израиле, как они говорят, это даже нету. Тут сурово наказывают. Сурово наказывают! А я не буду подчиняться. Это твое дело. У нас в армии один был. Нагорной фамилии, сейчас запомнил. Видимо, служил не со своим годом. Мне очень он не нравился. Как однажды они ночью гуляли, вот как крысы бегают, а я на дежурстве. Я сказал, здесь нельзя ходить. Они никаких пьют. Ну, дальше стало известно, начальство спрашивает, а я лгать не знаю как. Я говорю, там зубами скрежетал. Он главный заводила был здесь. Стали, пуговка расстегнута. Деревенские вот научаются все. Никогда не расстегивай. Застегни, а что я тебе подчиняться буду? А он ефрейтор, он не подчинился. Он сказал другому, на кухню. Все в кино, а ты на кухню. А я не пойду. Сказали начальнику, как не пойду. Он говорит, 3 наряда вне очереди. В кино он, а я не пойду. Арестовали. Теперь ему уже гауптвахта. А там зимой выгоняют босиком и прикладом долбят. Уже тебя никто не спрашивает. Он бы эту пуговку уже проглотил, съел 10 раз. Дальше-то он-то, суд идет и начал грубить, я уже не знаю, какая кончина его. То есть из одной пуговки ему, может, лет 10 намотали. Вот и все. Ты сейчас приучись здесь. Приучись немецкой точности. А тебя прямо кособочится, вот говорю, видно, что в нем бурлит. И оговорки, ну даже здесь вырвался где-то. Остальные молчат, я говорю, что ему поднимет руку, он у него нет никаких, он уже мнет. Кончай это. Илюша, запомни свое имя. Бог моя крепость, Бог, не твое упрямство. Тебе имя дали во имя великого пророка. Бог моя крепость. Ты приехал в то место, где с тобой занимаются. Ты больше нигде этого не получишь. Ты уедешь совершенно другой человек. Хотя папа там торопит вас, там вроде больше месяца нельзя. Можно было бы умолить его оставить. 2 недели акклиматизация. По кухонным вопросам. Говорят, нет риса и нет пшена. Все это куплено. Мы не привезли, потому что кое-что, ну, перегруз не взяли. Ни один шофер не мог. Видите, под завязку весь забитый. Видели сами, эту тоже загрузили. Нету. Там надо теперь думать, как привезти. Оно или там, где книги, или здесь, где заходишь только, или уже Михаил Петрович поднял на это. Ну. Я сейчас с Глушковым звонил и с Игорем. Он сейчас поехал в Барнаул, а в пятницу возвращается. Вот надо... Ему надо попасть туда заранее, позвонить. Да. У кого ключи? Да. Михаилу Петровичу Коряковцу надо позвонить. Ладно. Куплено это все. Если трудно залазить, дать ему деньги, чтобы он купил. А то все равно сгодится. Выход-то есть. У нас дорога, машина сломалась, а мы были в Швеции. Ну сломалась, а деталей нету таких там иномарки. И нам отсюда телеграмма из России. Так, машину бросайте. Сейчас высылаем деньги, покупаете иномарку и едете дальше. Понимаете? Люди ни на чем не стоят. Конечно, я никогда на это не пошел. Эвакуатором дотащили до Калининграда, отремонтировали, привезли, газель, вот она дома.
Вчера у нас ЧП было, фактически. Оно зрело, и оно постоянно было, но я этого не знал. Когда вы вернулись с кинофильма, кто включал свет здесь? Чужие не были здесь, свет здесь не горел. И вдруг свет горит. Кто включил его, когда заходишь сюда? Никита? Ну, может, ну, Володя. Я, наверное. Ты, наверное. Угу. Давайте повторим хором сейчас. Значит, пока ты не пройдешь, нижние и верхние шторки не закроешь, к выключателю не подходить. За мной повторяйте. Пока. Нижние и верхние шторки не закроешь, везде. Не включать. Не включать. Вы понимаете, что включать? Вся страна погрузилась во мрак. Почему? Летчики видят из высоты, бросают бомбы. Вся Москва, ни единой искры. И все время ходили, везде высматривали. А кто-то забыл закрыть. Все. Сгнил, 58-я статья. Это значит сигнал даешь фашистам, чтобы нашу родину громили. Столицу нашей родины, там найдут статью. 58-я, там 12 или 14 пунктов было. Везде все закрыто. Если где-то разведчики, им надо посмотреть, они палаткой накрывают, вот такая двухметровая эта палатка, и там фонариком светит, чтобы нигде не видно было. Нигде. И никогда идешь куда-то ночью, нигде фонариком не подсвечивает. Фонарик это означает, кто-то движется, тебя уже ждут. А когда ты пройдешь где-то тихо, там проползешь, никто и не знает, что ты был. Вчера я гляжу в окно, у меня окошко прямо на это. Вот это окно наполовину вот так открыто и горит свет. Видно, там прошел человек, все видать. Я так охну, что это? Да быть не может. Ну, помешательство какое-то. Что-то. Я подождал еще, проходит 10 минут, горит, гляжу. Ворота открыты. Я тогда встал, уже раздетый был, пошел. Прихожу, открыто, с этой стороны. Вон до тех околков нас видать. А отсюда видать, вон до тех околков видать. И в бинокль хорошо приближает, видать. Зашел с той стороны, вон до железной дороги, видать. Все, трепуха наружу. Зачем вы это делаете? Это означает, вы такие есть. Все. Ну, не дети, дети не знают. У меня Надежда Васильевна 50 лет рядом, я на ней научилась закрывать. А почему искреннего желания нет? Однажды приехали, помню, Кальнев, фамилия Кальнев, там, где я обратился. И хорошее видание баптисты, те другие, налили, есть. И он не сел, второго, он не доел. А мать говорит, пусть доест. Они из Москвы были, а это в Венспилсе. Ну, хозяйка-то радушная. Да ладно, мы выйдем. Она говорит, куда выйдете? У вас скотины нету, пища благословенная. А я в другой комнате сижу. У меня все вот сюда под темечко. Я заложил, 55 лет, уже 1000 людей научил этому. Пока тебе... Ложка твоя там не была еще, ну, не ел. Ты можешь сказать, мне много, ну, заранее, отлейте. Но остатки добей. Я один раз услышал. Почему? Серафим Саровский меня научил. Не хватает решимости. Ты один раз услышал, как Антоний, пчела, говорит, летит со цветка до цветка. И он где бы ни был, кто бы что ни делал, он все себе брал и вмонтировал. Так-то поститься надо, такие-то молитвы считать, он все собирал. Это ничего не надо. Ты приехал сюда, ничего не научился, кроме того, как поскорее отсюда уехать. У тебя больше ни одной, нету ничего в мозгах. Уехать, любыми путями уехать. Пришел, не работает, сидит. Ухожу, так и сидит. Я вчера говорил, люди, которые не работают, называются тунеядцы. Туня, то есть зря едят. Не хочешь трудиться, не ешь. Вы знаете, что такое окно? Шторка не закрыта. Это не дяде Игнатию надо. У меня никогда этого не будет. Это вам всем надо. И лишний раз не включайте. В шалашах у нас не было нигде. Чего вы свет включаете? Дорогу знаете, на ощупь делаете. Тем более сейчас вы пришли, еще вполне видно было. Я живу в Барнауле. И рядом, прямо со мной рядом сосед живет. Открыта шторка. Он пошел за хлеб, бабка одна. Одна. Он зашел ее, убил и 700 рублей взял. Убил. В газете «Труд», такой «Труд» был газета, сейчас не знаю, есть, нет она. И там статья была «Упырь». Теряются люди. Утром приходят семья, 6 человек, все убиты. И убиты тяжелым предметом, нерезанные. И мужчина был, и мужчину убили. Ничего не могут сделать. Призвали воинские части. Перегородили все. Каждую, ну, убито уже 7 семей полностью убиты. И наконец поймали.
А его это стали допрашивать. А как вы знали, где? Говорит, шнурки не закрыты. Я иду мимо. Так, хозяин такого роста, все хорошо. Я, говорит, заранее прохожу, кирпич положу, кирпичом убивал. Холодно, а так сказать, жарко, форточку открывает. Я залез первым делом мужика. Одним ударом захлестнул, рот зажал, а потом всех подряд убил. Еще надо забрал, ушел. Упырь. Вы упыря ищете? Вы за себя не отвечаете. У нас сокровище, видите, какое? Категорически запрещаю подходить к выключателям или обрежу. Или все шторки собрать и во дворе сжечь, чтобы не обманывали друг друга. Выбирайте любой вариант. Или делайте как положено. Голосовать будем? Нет. Не включать. Не подходить к выключателям. Он не нужен. А когда будет нужен, нужен в шторке тебе, закройте. Закрыл, вот у нас Володя живет. Никита, так нет. На квартире кто там, вторая стенка у меня за стенкой, жил 14 лет, он ни разу не нарушил. Игорь Добунов. Правило прямо вписано. Все. Люди, которые слушают это, видят, она, ой, придирается, этот старик из ума выжил. То есть, кто говорят, это маразматики, это убийцы. И надо, чтобы было открыто. Ой, трясутся на девчонка, а ему надо, чтобы не трясли, чтобы он ее тряс. Я их всех понимаю, они не договаривают, они подмену слов дают. Итак, к выключателю не подходить, пока намертво не закрытый проверишь, прижаты шторки. Прижаты, так, чтобы даже нигде не видно, обе при том. А лучше всего ложись-ка спать пораньше и утром не включай. Повторяю, осталось 7 дней, у нас будет прибыль. Приедут сразу с двух сторон люди, и надо думать как. Если все будет занято, то домик у нас открытый, и второй, и у нас запасные два домика готовы. Если женщины, то там у вас-то может быть. То есть не тупиковая ситуация. Вчерашний день у нас был благословенный, думаю, сегодня. Пока не ходите, пока не подсохнет, Никита. Вы туда идете мазать, пропитывать как можно скорее. Потому что уже среда, надо, чтобы раза на два, на три. Так вам одной не хватает, берите канистру и везите, или как? Нет, там две канистры. Ну, две. Да. Так, сейчас здесь мы делаем пока. Стой. Ко мне вопросы какие? Вопросов нет? Если я вчера пришел ночью так и легли спать, сказал такую, простите, у меня выхода не было. Я должен был прийти. Еще не спали, вы слышали, я говорил? Слышали. Слышала? Да, я слышала. Слышала? Ну, я ждал, лежу, уже темнеет. А еще не темно было. Ворота, говорит, Володя, закрою. И все остальное. Мы благословенно живем здесь, нас никто не трогает. Вот в лодке плавает обязательно старше 16 лет, и умеющий хорошо плавать. А потому что то проткнулось, то что-то. Пол лодки парализовано, но и на берегу умеющий плавать мигом, чтобы там был. Ну, Бог милует, это не 2, не 3, 46-й год здесь не возимся. Нет лагеря, но мы с чужим ребенком должны так. В Америке отсюда усыновляют, а он, видимо, идиот такой, не может. Но они придут, а он все изгадил, изрезал, и они его били, там сообщили, а там нельзя. Под суд отдали. Родители пострадали за него, а этого сюда перегнали обратно, никому там не нужен. А хороший, когда ребенок, я у них на квартире жил, или за ее звать Улита Григорьевна, а у дочки, она засталась офицером, детей не было, и они усыновили. Усыновлять-то ведь не скажешь чей. Ну, усыновили. Видимо, бабка крепко молилась. И вот мы раз мальчик учился на одни пятерки. Стал врач-окулист. Да скажи ты, про него весь Новосибирск знает. И к нему он в Берске работал. И очередь, бабки особенно, у него со всеми обиход. Какой он веры, не знаю. Но бабка была православная, на всем там, монастыре ездила где-то. И вот такой сын, такой ласковый, родные, у кого дети завидовали все. Он не то, что там наигран, там, а просто его видно, он был благородный. То ли погибли родители. Это семя. Семя такое. А я его сделаю, не сделаешь. Вот в лагере сидят, ну и она придет в лагерь, уже беременная. Ну, родила ее, нет. А в охране, если бывает, детей нету. Ребятишки рождаются нормально, ребенок учится хорошо. 14 или 16 лет, не знаю, где-то в этом возрасте, это как бешеные делаются. Кровь, семя. Нельзя ничего сделать. Это имеет значение? Да, имеет. Ну как же, вера так. Апостол Павел говорит, и вера, которая обитала матери твоей, бабки твоей, или он говорит, кого Лаидой называет, и ельники матери, бабки Лаиды. Вера, даже вера, Тимофею пишет,
Кто знает, кто бабка-то Лаида? Мать Евника, я, по-моему, так понял. Вот так. Обедаем все. Мне где-то отдельное сделать, если можно, кипяченое было, чтобы остуженное где-то. Тогда наполовину с квасом можно сделать. Кислоты много. Я желудок перестал его воспринимать, а соду я не беру. А изжога у меня кораблик мало глушить. Так, все. За стол. Спасибо, Слава. Слава, ты что ты? Святая вода пей. Я всегда вот так на руку налью, и глаза закрою крестиком просто обратно. Вот, шоколадка в голову. О! Я говорю, кто на кухне дежурит, вы это можете делать? Перетрите, готовое подали. Кстати, как-то в интернете без друга не обошлось. Ничего не понимает он. Начинает умничать. Ко мне приехала. На кухне.